Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей Беттер. И сегодня, сейчас мы будем проходить Resident Evil 8, локацию замок. Если вы не смотрели предыдущее видео, то переходите по ссылке, оно будет внизу, в описании. Там мы делали демо-версию, деревню проходили, локацию. Вот. И не забудь прожать свой царский лайк и подписаться на канал, ребят. А мы запускаем замок обычную. И погнали. Что нас ждет в замке, мы посмотрели в прошлом видео отрывок. Точнее, видео, там был трейлер такой небольшой. Вот, все. Дочь Итана, скорее всего, находится в замке. Итан вошел в грозную твердыню, лелея надежду, что сможет отыскать ее. Но внутри его ждал очень неприятный прием. Ребята, нас сейчас будет ждать неприятный прием. Мы уже вошли, я так понимаю, в замок с вами. Тут у нас камин. Тут у нас, наверное, гостевая. Да? То бишь, как бы, такое. Так. Поищите Розу в замке. Ля, кровать тут украсть. Не, ну это спальня такая, я так понимаю, короче. Царская спальня. Алый бокал, возьмем. Сокровище, это сокровище, типа, бля, какая. Мне такое ложе, дабы был я помоложе, ребята. Да. Так, ну чё тут, собственно, я ничего не вижу такого. Куда можно убежать? Ля, вышибаю дверь ногой. Присесть, встать, ну это понятно. Это нам понятно. Тут кровь у нас какая-то. Перчатка. Замок несложный. Дальше чё? О, дверь нашел. Заперто с другой стороны. Давай сюда. Лезем мы в камин. Ребята, опасно лазить в камин. Не советую лазить в камин, но мы полезем в камин. Ля, крысы. Ля, одна за одной побежала. У них чё? Период брачный. Ржавые обломки. Я так понимаю, из ржавых обломков можно делать пули. Да? Патроны. Кольцо с бордовым глазом. Отлично, и чё? Мы можем здесь пройти? Да, Итан-то у нас худышка получается. Ля, какая тетя. Ты чё, рыцарь. А можно я одену эти доспехи на себя? Реагент это лечится. Так, окей. Окей, окей, окей. Я вижу дверь. Я открыл. Теперь открыто. Мы вернулись. Мы вернулись в этот зал. Замок несложный. Вот написано, замок несложный, блядь. Ну. И что делать дальше-то? Вот тут видите всякие сокровища. Я так понимаю, тут такой же будет стоять торговец, как и в четвертой части у нас был. Помните, да? Вот. Надо вообще запустить стрим на серию, на Они забрали Розу. На прохождение Resident Evil, ребята. Если интересная идея, то пишите в комментарии. Мне будет интересно ваше мнение. И будем проходить серию Resident Evil. Ёбана, бля. Мы снова встретились. Герцог, зачем вы здесь? Тут можно подзаработать. Смотри, какой великан толстый. Удалось ли вам найти свою дочь? Нет. А на картине, если, кстати, малышка Роза парень похож на тут, Павла Волю, бля. Замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично? Логично, Димитреску? Братан. Она самая. Бля, как он Попробуйте ходит? Попробуйте поискать там. Смотри, какие у него титьки. Да, и, кстати, купите что-нибудь. А, ну это торговец, да, ребят, ну вот, пожалуйста. Смело да. Изучайте. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. С удовольствием. А, ну все, типа, у нас больше бабла нету, да? Я понял. Заходите. Мы еще. Улучшили стволы. Сигар курит, блять, такой прям.
А это у нас мини-замок, да, получается? Здесь нельзя это использовать. 30 минут, ребята, достижение получено. Ля ползы. Пуфик такой, зевающий. Как это мило. Такой прям пацанчик. Куда мне это кольцо воткнуть? А, ладно, сюда мы кольцо это не воткнем, идем дальше. Ну, потрошки, неплохо. Уже неплохо, ребята. Нам надо достать ствол. Чтобы на всякий случай, если работяги придут к нам, мы могли от них отбиться, потому что ковидных у меня нету. Выплачивать им нечем. И просто будем валить пацанов. Вот. Чтоб они до нас не докапывались. Ладно, давай проверим эту дверь с тобой. Заперта с другой стороны, я понял. Как обычно бывает у нас в нашем Resident Evil. Теперь открыто. Отлично. Мы зашли... Куда-то мы зашли, короче, с тобой. Пусты. Блять, в этом замке заблудишься. Три дочки. Белла, Кассандра и Даниэлла. Это, я так понимаю, он те... девки, которые были у нас в трейлере, да, вот эти вот, с черными капюшонами, теперь стали какими-то непонятными вампиршами, что ли, они? О, мы порох взяли, отлично. Так, ну сюда нам идти больше некуда, я так понимаю. Слушай, а разбивать можно вот эту хрень? Можно. Мы что-то взяли, да? Все, отлично, мы разбиваем всякую фигню. Бабло, ботинки, берцы. Безрезультатно. А, ну нам надо запустить генератор, я так понимаю. Кстати, генератор такой же, как и в Ханте, да, похожий. Ладно, погнали. С ножом будем бегать пока что. Ничего, ломать нельзя, да? Так, что-то опять сперли мы с вами. А, ну мы вернулись. Все, понятно, я понял. Погнали дальше наверх. Так, волыну надо достать, волыну. Чтобы быть как крутой пацан. Типа у меня пистолет, бойтесь меня. Доспехи надо одеть просто, и все. И тебя вообще никто не будет трогать. Бабосики спрятаны. Это нычка какая-то была чья-то. Бюст. Порохи, 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 отлично. Ты это слышишь? Блять, мне уже страшно. Отлично. Мы взяли реагент. Винодельческие традиции замка Димитреску зародились еще в 15-м, да, веке? В 15 веке. Задолго до появления нынешних его обитателей. Альсина Димитреску использует знаменитый, но необычный метод, чтобы усилить аромат вина и придать ему насыщенный вкус. Ее лучшая марка Сангуис Виргиниус. То есть кровь девственницы. Блять, красиво звучит. Ее хранят в особой бутылке, украшенной серебряными цветами. Это нельзя использовать здесь. И где нам найти эту классную бутылку особую? Она, наверное, спрятана и стоит очень-очень дорого. Вот, Итан, так что бери эту бутыль, короче. И вали нафиг отсюда, продавай ее, короче. Ты будешь богат на все времена. Так, куда нам бежать? Подожди. Что-то я заблудился. Это лестница была. Ага. Заперто с другой стороны. А, что-то я не пойму. Подожди. Нам, наверное, с той комнаты как-то, да, попасть надо. Получается.
35 минут, ребят. Ой, ёб твою мать, испугался, эта хрень стоит, блин. Нельзя использовать так. Значит, нельзя использовать, алло. Так, ну мы можем скрафтить уже, нет? А, ну нам надо, я понял. Нам нужны металлические обломки. Не, я, конечно, все понимаю, но... Хуль стучишь-то, блядь? Видишь, заперто. А толстяка этого, я так понимаю, никто не трогает здесь. Его попробуй тронь, блядь, он тебя завалит тебя нафиг. Так, я понял то, что я ничего не понял. Нам, я-то, так понимаю, нужно запустить какой-то генератор вот этот, да? А как нам его это сделать, не, нам не рассказали. Блин, что-то я уже и как-то растерялся, ребят. Куда тут и что идти? А, толстый. Ля, он спит. Алло. Кроме маски, чё? Слепой взор ангелов, чтобы спасти свою душу. Отличная, блядь, подсказка. Кто-то храпит, блядь. Так, что-то я немножко не понимаю. Мы отсюда пришли, окей. Типа... Нам наверх по-любому надо, потому что... Нам стопудово надо наверх. Прям вот жопой чую, это винодельня наша. Нам надо как-то, может быть, вот эти ворота открыть. Блять, тут нас все ходят, ёпты. Выходи, блять, заебал. Тут бутылку вина надо положить, я так понимаю. Нам надо ее как-то найти. Где нам ее найти? А, ну там же, блять, написано же было, да? Ее лучшая марка, так, ее хранят в особой бутылке, украшенной серебряными цветами. А где хранят, блядь, не написано, да? Ну, как всегда, в принципе, в общем. Я не удивлен. Я так понимаю, она где-то там. Как нам туда попасть, нам об этом не сказали. И я немножко не понимаю, как нам попасть в эту хрень. Замок отстрелить не может, что ли? А, ну вот, костюм цвет в виде глаза плохо закреплен в кольце. Если постараться, его можно вытащить. Ага. Так, подожди. Изучить. Все, вытащили глаз, ребята. Все, я пацан такой, нормальный, умный. Я понял все. Отлично, мы вытащили глаз, вставили. Ой, блядь, что это такое? Что за мухи? Хайва, ёпта. Хайва, агрится, парни.
Ребята, 40 минут. Давненько я мужиков не вскрывала. Слышь? Я тебя повешу, вскрою глотку и буду с... Взять живым или мертвым? Сам что выберешь? Ты станешь чудесным украшением нашего зала. Они какие-то больные здесь все, да, я так понимаю? Блять, чё, куда бежать? Я больше не могу терпеть. Ой, ёпты. Сосала девка меня. Да, да. Так, видать, на туре давно мужиков не видела. Да ладно, серьезно, блин. Ты меня валить для сейчас мамы будешь, что ли? А для меня. Отвали! Ну и? Блядь, девочка, я не знаю. А вот. Давай, валим. На гелике. Отлично, мы убежали от этой. Отработала первый день в замке, и я была поражена, увидев, что здесь служат исключительно женщины. Мне строго-настрого наказали никогда не злить госпожу и ее дочерей. Весьма неожиданно. Неожиданно, ребята. Подожди, там же еще вроде. Прошло 2 недели с тех пор, как начала работать в замке, и мне боязно. Горничная, по ночам я слышу вой, будто призраки бродят по коридорам. Хочу домой. Ума не приложу, что делать. За обедом юные дамы жаловались на жару и спёртый бот. Закрой сейчас же. Я боюсь, что меня отправят в подвал, откуда они возвращаются. Ума не приложу, что делать. Просто ума не приложу. Блин, ну это какие-то девки. Смотри, она, походу, мужика-то не видела лет 200, блядь. Так, ну винище, я так понимаю, нам вот здесь искать, да? О, мамаша, походу. Я правильно понимаю? Ля, какая дама. Сердце. Отличная. Маманя такая. Ну, короче, я так понимаю, они сделали здесь Resident Evil 4, да, блядь? Типа, деревня, замок, все дела. Где Леон там бегал. И мы играли с Леона. Надо нам устроить, короче, марафончик Resident Evil. Вот трава, пожалуйста. По Resident Evil, по серии игр, да? Так. Доверься свету. И чё? Нам, наверное, поджечь надо их как-то, да? Подожди, может, в комнате что-то есть? Нет, в комнате у нас ни хрена нету. Окей, отлично. Здесь у нас тоже ничего нету. Доверься свету. Что бы это могло значить? А, во! Все. Я, блядь, молодец, я, ёпта. Во, отлично. Нихера себе. Волыну сразу. Кромешная темнота. О, фонарик у тебя есть. Сита, ну что ж ты раньше-то молчал? Я думал, унитаз, параша думал. Покрыто засохшей кровью. Блять, что здесь происходит, мать ее? Это подвал. А, ну типа вот подвал, о котором говорила некая служанка. Брат, помоги. Ну, братан, тебе уже ничем не помочь. А тот мужичок, я так понимаю... О, ебать, стул, да?
Пики, ёпта. Пики точёные, блядь. А это клетка, блядь. Всех в клетку, блядь. Просто. Так, отлично. Шприцы, блядь, наркоманы одни, ёпта. Ебать. Что они, блядь, делали с ними здесь? Ирина, здоровый аппетит. Михаэлла, здоровый аппетит. Луис, здоровый аппетит. Ингрид, нервозность. Порой сильно... встревожена. Да, сильно встревожена порой. Конечно, блядь, ее впихну... Ты слышал? Уеси, блядь. Ее, блядь, впихнули в замок, нахуй. Посадили, блядь, в подвал. И она, блядь, еще встревожена, а он удивляется. Твою мать. Блядь, ты кто, нахуй? Блядь. Кто здесь, нахуй? Вот, мы взяли. Все, отлично. Обломки металла. А, это обломки. Я думал, нам что-то... Генератор мы что-то взяли. Блядь, кто там выебывается? Блядь, ты кто, дядька? Самодельная бомба, отлично. Блядь. Отстаньте от меня, извращенцы. Ай-яй-яй-яй-яй, бабули, бабули, спокойно. Блядь, меня режут, как свиньи, блядь. Нахуй отсюда. Я так понимаю, они не умирают, да? Типа убить их нельзя. Типа только бегать от них. Какого хрена? Опять пики точёные. Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Опять ты. Извращенка. Малолетняя. Бля. Секс. Твою мать. Я хочу утонуть в твоей крови. Блять. А, милые дамы, блин. Вы когда-нибудь хотели утонуть в крови мужчины? Вот она хочет. Кровь. Куда ты собрался, дорогой? Ну ты что, дорогая? От тебя подальше, блин. Жесть, конечно, класс. Не, реально класс, ребята. Очень отличная. Отличная игра. Я прям буду ждать с нетерпением эту игру. Так, можно же это пропустить как-то, да? Мы же уже смотрели это в прошлом ролике. Umbrella, ребята. Ладненько, хорошо. Всем спасибо. Мы прошли локацию замок. Мы прошли локацию деревню. Если вы не видели предыдущее видео, то ссылочка будет в описании, ребята. Посмотрите обязательно. Так что прожимай свой царский лайк. Подписывайся на канал. И ждем полноценную игру. Она выйдет уже 7 числа. То бишь через 5 дней. И ждем, ребята. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.